Массовое отравление в Жамбыльской области. Около 30 человек обратились к медикам после свадьбы в Таразе. Восемь из них госпитализированы. По словам пострадавших, резкое ухудшение самочувствия произошло именно после торжества. Все пациенты сейчас находятся под наблюдением врачей. Рамина Мирзалимова продолжит. Свадебное торжество в Таразе завершилось массовым отравлением. Недомогание люди почувствовали на следующее утро. У многих похожие симптомы. Боли в животе и высокая температура. Словом, всем обратившимся поставили диагноз – кишечная инфекция. Из той ханы они положили в пакеты различные угощения. Дома все это ели дети, наша семья. Эти дети не ходили на свадьбу, но тоже заболели. По моим расчетам, отравились больше 20 человек. Посчитал сегодня уже 30. Если на каждой свадьбе так будем травиться, что тогда будет? Инфекция – это опасное дело. По словам горожан, сначала они решили заняться самолечением, однако самочувствие не улучшалось. Пришлось вызвать скорую помощь. Фельдшеры, оценив ситуацию, сразу же направили их в областную инфекционную. Все пациенты поступили в тяжелом состоянии. Нынешнее их положение оценивается как средней степени. Они выдвигают различные версии, поэтому мы не можем прийти к единому мнению. Сами пострадавшие же требуют проверить злополучный ресторан. А вот городские власти утверждают, что не могут это сделать из-за введенного моратория на проверку субъектов малого и среднего бизнеса. Врачи говорят, что причиной отравления могла стать просроченная еда. Все результаты так или иначе будут известны после проведенной экспертизы. Рамина Мирзалимова, Мирей Байет, Миржан Ирболатов, телеканал Алматы, Тарас.